На конкурс дети читают стихи. Кутафина Полина, 12 лет. Город Новосибирск. Эдуард Асадов, солдат. Меж сомкнутых пальцев желтела солома. Поодаль валялся пустой автомат. Лежал на задворках отцовского дома осколком гранаты убитый солдат. Бойцы говорили, не то совпадение, не то человеку уж так повезло, что ранней зарей в полосе наступления увидел гвардеец родное село, чье сердце не дрогнет при виде знакомой, до боли, до спазма родной стороны, и тяжесть становится вдруг невесомой, и разом спадает усталость войны. Что значило парню сейчас километр? Ждала его встреча с семьей на войне, в лицо ему дули родимые ветры, и, кажется, сил прибавлялось вдвойне. Но нет, не сбылось. Громыхнула граната. Капризен солдатской судьбы произвол. 2000 верст прошагал он до хаты, а 20 шагов не успел, не прошел. Меж сомкнутых пальцев желтела солома. Поодаль валялся пустой автомат. Недвижно вовеки уснувшее тело, но все еще грозен убитый солдат. И чудилось, должен в далеком Берлине солдат побывать, и как прежде в бою он будет сражаться, бессмертный отныне, бок о бок с друзьями шагая в строю. За мысли такие бойцов не судить. Быть может, в Берлин он ногой не ступил, но в списках победных его помяните. Солдат эту почесть в бою заслужил.